Блогеры, ведущие автотелеканалов и просто любители быстрой езды. Дороги Ингушетии в одночасье превратились в настоящий испытательный полигон для новых авто Nissan. Стартовали тест-драйверы из столицы нашего региона. По ровным трассам, так сказать, для разогрева. Успешно пройдя начальный этап, водители добрались до Джейрахского района. Горный рельеф, узкие дороги и резкие повороты позволяют драйверам не только протестировать авто, но и получить опыт вождения в самых различных условиях. Городские легенды – проект, который успешно продвигают на протяжении многих лет. В этот раз геолокацией тест-драйва стал Кавказ. Весь этот маршрут за 3 дня. Выбор в пользу Кавказских республик был сделан по ряду причин. На самом деле, с точки зрения местности и красот, тут абсолютно какие-то нереальные красоты. То есть все журналисты, которые приехали, они говорят, что это в несколько раз круче, чем любая за граница. Да? То есть с точки зрения красоты природы, с точки зрения дорог, вот мы сегодня видели там множество башенных комплексов, да, такого, на самом деле, вот я объездил полмира, это очень сложно что-то подобное найти. С точки зрения каких-то испытаний потребительских качеств автомобиля, это вот как раз, наверное, идеальные условия. Все участники тест-драйва – успешные блогеры на различных интернет-площадках. Представители японского концерна предоставили такую возможность непрофессиональным тестировщикам не случайно. Открыть для жителей не только нашей страны, но и всего мира туристический Кавказ. Идея, которой руководствовались менеджеры. Фактически есть свой Гранд Каньон, свои альпийские луга, свои памятники, которых нет нигде. Ингушетия – это уникальное место для проведения тест-драйва, потому что для машины нужны красивые дороги, красивые пейзажи, красивые локации. Плюс здесь очень гостеприимный народ, и нам приятно здесь находиться. Поэтому мы стараемся и хотим открыть Северный Кавказ для всей России. После целого дня, проведенного в Ингушетии, у тест-драйверов, большинство из которых здесь впервые, сложилось мнение о нашем регионе. На самом деле такой контраст того, что мы представляем у себя в голове, и то, что есть на самом деле. Все такие добродушные, такие приветливые, замечательные. Отличная локация для того, чтобы проводить такие тест-драйвы, да и вообще выезжать сюда с детьми и заниматься активным отдыхом. В общем, я влюблена. Мне аналогично все понравилось, вот особенно природа, вид красоты. Сейчас осень красивая и к тому же тепло. То есть для людей, которые живут в более холодных местах, это очень круто. Подобные мероприятия – отличная реклама, способствующая развитию туризма в Ингушетии, делятся представители Министерства туризма. Любой гость и тем более автоконцерн, который Nissan, который у нас здесь приезжает, это люди, которые в итоге выезжают и распространяют мнение о нашей республике, о нашем имидже, так сказать, распространяют наш имидж. И по сегодняшним ощущениям этих людей, да, которые побывали в наших башенных комплексах, посетили РЗИ и ГИКАЛ, они в восторге от нас. И я надеюсь, что в дальнейшем они будут работать и сотрудничать с Республикой Ингушетии. Сегодня Ингушетия является одним из самых быстро развивающихся регионов в туристическом направлении. Уже на этой неделе интернет будет заполнен маршрутами нашего региона, тем самым популяризируя Ингушетию не только в России, но и во всем мире. Идрис Ижиев, Рамзан Зурабов, Новости 24.